Всем привет! В эфире программа Music Box News, и меня зовут Роман Миров. Отгремела премия «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Дима Билан, Лариса Долина. Вот далеко не весь список гостей церемонии. Вы бы видели, какие красивые были статуэтки у победителей. А выступления артистов заслуживают отдельного внимания. Ох, срочно смотрим сюжет, там все подробности. Вы приготовили свои наряды, ведь мы отправляемся на вторую национальную музыкальную премию «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Но любая церемония начинается с красной дорожки. Как произвести фурор с первого раза точно знает Ольга Бузова, и вот несколько советов от поп-дивы. Осанка. Улыбка. Хорошее настроение. И главное, чтобы тебе было комфортно. Бывает, наряжаешься, надеваешь шикарное платье, а у тебя тут болит, тут торчит, здесь неудобно, и ты себя чувствуешь скованно. Я себя чувствую абсолютно комфортно, поэтому самое главное, чтобы тебе было хорошо в том, в чем ты выглядишь. Той же цветовой гамме, что и Бузова, посетили премию группа Feist Family. На самом деле Валерина, потому что он вчера пошел в магаз, говорит, ну типа я куртку белую купил. И нам все пришлось подстроиться. Это новая версия. Мы когда обсуждали, в чем мы придем на премию, мы такие прикинули, все будет вот в темных тонах, все будет вечерним. Оля такая: белое будет прикольно. Я такой: да, белое будет прикольно. Стас Костюшкин с супругой пришел в неоне и не только получил награду за вклад в развитие популярной музыки, но и рассказал нам, что, возможно, мы вскоре услышим его совместный трек с Денисом Клявером. Родится песня, конечно, обязательно споем. Мы давно уже об этом думаем, это действительно уже назревает. Думаю, что сделаем, обязательно сделаем. Почему нет? Мы 17 лет вместе пропели прекрасно. Сейчас уже каждый сольно уже самоутвердился. И время идет. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше ты понимаешь, что близких людей не так много. И пока мы все в ожидании возвращения легендарного дуэта, предлагаем узнать у гостей, что же нужно сделать, чтобы получился хит. Самое главное это то, что артист несет, и то, что зритель получает на концерте. Слова порой абсурдны, музыка проста, непредсказуема, но энергия, энергетика, харизма, я думаю, что это первостепенно. Мне кажется, это энергетика артистов, которые поют песни, отдавая свою душу тем, кто их слушает, и вот это цепляет. Все в совокупности: исполнитель, автор, композитор, слова, музыка. Для того, чтобы ты стал золотым, тебе нужно записать хороший трек, тебе нужно выпустить качественный клип. Тебе нужно создать такой контент, который зацепит сейчас миллионы людей. Потому что мы должны понимать, что сейчас блогеры наступают на пятки всем артистам, и очень трудно создавать какую-то музыку из-за этого. Это ты проснулся утром, а у тебя что-то в голове уже играет. Играет, 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 и только к обеду ты понимаешь, что это тот самый хит. Важно, чтобы были стихи, чтобы была музыка, а просто петь ни о чем я не умею. И главное еще голос. Филипп Киркоров посетил премию вместе с певицей Натальей Гордиенко. Поп-король получил уникальную награду за создание отдельной культуры музыкальной империи, за невероятные шоу и культовые образы. Но что важно для самого Киркорова при создании очередного хита? Муза в виде талантливого артиста. Нам в этом году повезло. С нами очень красивая, талантливая, очень хорошая артистка, актриса. И просто... Самое главное – единение энергии. Спасибо за такие красивые слова! На премии «Золотой хит» спецноминации от журнала «Космополитен» был отмечен Ваня Дмитриенко. Но помимо эксклюзивной статуэтки с розовым кубом, артист также получил награду от телеканала как «Прорыв года». Мы с артистами не конкурируем. Когда мы рядом, мы, наоборот, тратим время на то, чтобы просто пообщаться и узнать о жизни друг друга. Нам и так хватает конкуренции в этих чартах, которые добавили недавно. Конкуренция только может помочь. Она не вредит, но только здоровая конкуренция. Митя Фомин, Алексей Чумаков, Зара, Анита Цой, Юрий Антонов и многие другие не только забрали свои награды в этот вечер, но и выступили на сцене. Стихи, 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 меня, я все, скажи ты, моя пьяна.
мне кажется, весь свет сегодняшнего шоу-бизнеса собрался на премии «Золотой хит». И Филипп Бедросович. И Ольга Бузова. Олечка, я очень жду. Ну и, конечно же, Митя Фомин. Как и без него? Все будет хорошо? Все будет отлично. Будет все строго стабильно, так, как мы привыкли, так, как мы знаем. Лидируют только золотые хиты, только настоящие артисты, только деятели искусства и культуры. Отдельное внимание на премии уделялось не только качественному свету, звуку, но и постановке номера. Атана выступила с новым треком и поделилась планами на будущее. Хабиб исполнил свою ягоду малинку и пообещал альбом уже этой осенью. И самое на самом деле важное, что люди слушают. Это главная награда. Но когда твои песни оценивают телеканалы, это вдвойне приятно, потому что для меня еще 2 года назад это было, наверное, какой-то мечтой. Я приехала сюда не одна, привезла с собой огромную кукольную коробку в полный рост, а также со мной сегодня куколки Барби и Кены, которые тоже будут танцевать. Готовлю EP-альбом и клип скоро у меня тоже выходит. Увидеть все своими глазами сможет совсем скоро каждый. Телеверсия церемонии «Золотой хит 2021» будет показана в эфире телеканала Music Box Gold в мае. Не пропустите! Я бы сказал, что это было легендарно. А вы смотрели программу Music Box News. С вами был Роман Миров. До встречи в следующий раз!